Так вот. И подаем всю эту красоту со свежим багетом. Берем вот так вот кусочек багета и вот этот соус с багетиком. Друзья мои, я вас приветствую на нашем канале. Супер, что заглянули. Сегодня мы приготовим куриную печенку, которая будет очень нежная, сочная, с потрясающим соусом. Так вы еще точно не готовили. Смотрите до конца, будет очень вкусно. И для начала нарезаем немного бекона. Бекон придаст нам вкус, аромат дымка. Ну, кто не ест свинину, те пропускайте этот вариант и готовьте просто дальше. Сковороду немножко растительного масла, у меня оливковое. И слегка так прижариваем бекончик, чтобы он свои ароматы отдал. Дальше добавляем мелко нарезанный лук и прижарим его до прозрачности. И зубок чеснока также туда мелко рубим. Кстати, все пропорции, рецепт, как всегда, в описании под видео вы найдете. И еще пару минуток с чесночком прижариваем. Дальше добавляем немного куриного бульона. Дальше мелко нарезаем маринованные огурчики, что тоже придадут свою классную нотку. И сразу добавляем сюда сметанки. Такой будет классный сметанный соус. Добавляем немножко среднеострой горчички для пикантности. И теперь, друзья, настало время печеночки. Ее будем вот так без всякой обжарки томить в этом прекрасном соусе. Я уже почистил все жилки, порезал на кусочки такие порционные. И в таком виде даем ей минут 7 максимум потомиться в соусе. Главное ее не пересушить. Итак, друзья, прошло 7-8 минут, теперь выключаем огонь, накрываем крышкой и даем еще минут 7 под крышечкой потомиться ей, чтобы температурка пройдет через печень, она будет нежная-нежная и очень вкусная, потом будем пробовать. Ну что, друзья, печень готова. Такая вот красота с прекрасным соусом. Классно, что соуса много, его можно помакать. Будет очень вкусно. И такой вот соус классный. Вай-вай-вай. Последний штрих, друзья, немного зеленого лучка. Отлично подойдет. Мелкий такой у меня. И подаем всю эту красоту со свежим багетом. Больше тут ничего не нужно. Вот такая вот красота, друзья, у нас сегодня с вами получилась. Печень в сметанном соусе с огурцами, с горчичкой. Обалденное блюдо. И печеночка, конечно же.
Такая красота. Ребятки, ну просто во рту тает, просто сказка. Обязательно готовьте. Это нечто. Кусочек багета, помакает соус. Печёночка нежная. Что еще надо? Потрясающее блюдо, друзья. Спасибо вам, дорогие, что были с нами. Готовьте обязательно такую печенку, пишите отзывы, буду ждать. До новых встреч, пока-пока. С вами ваш Шишкин. Печень просто улет. Класс. Просто класс.